приехали. Да, замечательное место. В Лопухинку. Вот народ тут трилобитов добывает. Вот там вот наверху находится усадьба, в которую мы сейчас пойдем. А вот здесь вот эти самые знаменитые радоновые озера, в которых мы, собственно, будем нырять. Вернее, из них в данный момент просто я. Потому что все, кто собирался, не поехал. Поехал я один. Вот такая, в общем, история. Тут какие-то утки, не утки. А вот гидроэлектростанция. Форелевое же хозяйство. Бывшее. Хотя, может, и действующее, потому что надпись «Свежая рыба» мы видели. А вот что это у нас такое? Гидрологический памятник природы. Радоновые источники и озера в деревне Лопухинка. Региональный геологический и гидрологический памятник природы 19 века. Река Рудица была перегорожена плотиной, которая образовала два озера, верхнее и нижнее. В те времена вода озера была небесно-голубой, такой прозрачной, что на значительной глубине было видно дно. Это результат воздействия радона. Бла-б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 ла. Интересно, можете нажать на паузу и почитать. Вот, я это уже читал просто в интернете. Красиво. Вот такая вот речка дальше уходит. Ну, а мы наверх. Ну, вот, усадьба наверху. Но мы решили еще все-таки вдоль речки прогуляться. Вот так интересно, она через трубу падает. Думаю, что продол выходил, что ли. Да-да. Интересно. Это просто дырявые трубы. Интересная переливная система. Может, это остатки купали. Санатория. Да, вот знаменитая эта усадьба. О, какая вода. Красивого цвета такого, да? Не пресная, да? Такое впечатление голубое, такое, как морская. Отличается. Надпись на здании Балтика. А тут какие-то радоновые, видимо. 1980 какой-то. Понятно. Вот такой вот он перепад высот. Ну что ж, попробуем прогуляться к усадьбе. Посмотрим на руины. О, это здесь тоже явно трилов ковырял. Ну вот мы поднялись. Заброшенной усадьбе. Да, большой дом. Немножко пожар был. Ну, пойдем зайдем внутрь. Ну что ж, заглянем, что у нас внутри. Да. Внутри у нас... Вау. Развал. Ну и что там? Ого, как все обвалилось. Большая была, конечно. После санаторий. Но развалили его быстро. О! На деревяшках все это держится.
О, как. Да. Верстики. Вот-вот. Рухнут. Вот кирпич висит. Под дуновение ветерка и полетит вниз. О, как. А вон что-то круглое, деревянное. Обгорелое. Да. Ого. Да. Совсем ветхое состояние. Стрёмно ходить. Вот-вот что-то на голову может прилететь. Есть провальные этажи. Тут перекрытие сваи, можно сказать. О, как. Видишь, как. Здесь были мы. Да. Фу. Да, пил сюда. Я честно скажу, на одном крыле держится. А здесь тут уже все не удержалось. Провалилось. О, какие гвозди. Да, видно? О, большой шляпкой гвозди. Какие тут они. Старые, интересные. Старинные гвозди. Большое здание. Большая заброшка. Ну, наверх мы, конечно, не полезем. Да и в подвалы тоже не пойдем. Особо-то не хочется. Сейчас сходим в то крыло. Может, там что-нибудь интересное. А вот туда, да. Судим нос, о, как тут. Это был балкончик, да, такой? С видом на вот это вот Радоновое озерцо. Опа. Да, тут особо ты не пройдешь. Это с той стороны. Да. Человека так. Или призрака. Что-то только обвалилось, да? То ли в форме призрака, то ли в форме человека. Призрак. Это призрак. Что тут у нас? О, как тут. О, как тут все обвалено. Да. И лестница на второй этаж. Такие подвалы были мощные. Что-то я не знаю. Неохота туда лезть, да и делать там нечего. О, царь горы. Стоит? Ну как оно там?
да, красота. Деревья на балках. Интересно, конечно. Ненадежно. Страшно. Любой момент может упасть на голову. Ну, я с той стороны обойду. Да, какой проем. Старинный. Газетный. Да, когда-то тут было интересно. Теперь это настоящий дом с привидениями. О, какая. Да, красота. Нет, живописная усадьба. А где тем шабуху? Я думаю, что для имша-то тут. Прямо стена висит. Да? Слабовато, сейчас зайду. Да, тут, конечно, было окно, но... Есть здесь будет дверь. У-у-у, да. Ничего так. Прикольно. Тут был пол, который держал стену. Но пола больше нет, а стена осталась. Забавно. Так сгорело. Вот это да. Угу. В этой части даже немножко сохранилась крыша. Да. Вот они настоящие, так сказать, метеоры. Стены, парящие в воздухе. Да, тут, конечно, был и пожар. Чего тут только не было. Ну, конечно, он, видишь, как горел все. В общем, так, интересное место. Чуть-чуть от него ничего не останется. Я думаю, что, конечно, восстанавливать его уже бессмысленно. Что, пойдем? Тут был подвал этого здания. Да, какие-то были интересные полукруглые окна. Типа столовой поди. Я вообще не пойму ничего. Здание перестраивалось, конечно, несколько раз. Видишь, деревяшка. Ага, да. От деревянной лестницы ступеньки так стояли в ней воткнутые боками. Вот в это вот. Да. Видишь, как оно все тут обвалилось. Большая заброшка. Вот этот кирпич, конечно. Вот-вот вываливающийся, вообще смотрится козырно. Интересно, долго ли еще ему осталось. Посмотрим. О! Да, тут тоже все завалило. О, как! Птички! Птички-трясогузки вместе с деревами. Теперь тут сидят. Вот как-то так. Очень интересно. Вот этот балкончик. Слышь, а елочка как? Да. Даже елочка растет. Я его потихонечку фоткаю. Правильно. Он не знает, что я его фоткаю. Ты у него открыла фотоохоту. Ага. Что, жертва фотоохоты? Не беспокойся, Юрочка. Мама делает свои дела. Какие деревья-то, смотрите, тут странные. Сухие, что ли? Это? Да. Похоже, сухое. В общем, да, так оно интересно смотрится. Вот-вот эти веточки полетят вот на эти проводочки, которые над нами.
И, в общем, не будет тут электричества скоро, судя по всему. Посмотри-ка. Вот я думала, это решетка для манты, ну, как бы это... Это клетка. А это клетка. Да. Хаси сюда. Это мышиная клетка, осиная. У попугайчиков. Скорее попугайчиков. О! Да, это решетка именно такая была. О, какая решетка. Вот такая вот она усадьба. Ну что ж, пойду обратно. А здесь еще видно была табличка, рассказывающая про все это, но не больше нет. Вот. Ничего себе, тут так камни вырублено. Видно, здесь уже давно было такое место. Монетки народ кидает. Да, вот поля покидали. Я потихонечку. Я могу ее потихонечку. Да не помню. Ясно, он какой красивый. Трилобит нашли тут такого. Сейчас займемся биологией с Серегой. Ага. Будем разбираться во всех этих гадах. Ладно, удачи вам. Вот эта порода, которой надо искать трилов. Весна, идет весне дорога. Вот она как сейчас тут. Капель-капель стоит, апрель. Ну вот там мы припарковали машину, сейчас будем кушать и нырять. Ну, прозрак есть. Нырять явно стоит. Посмотрим какой, но он явно есть. А, вот это 1983 год. У меня какая-то непонятная планка. Да, смотрите-ка, подснежник прям, о, какая живописная штука. А и вон тут вот их да. Очень много. О, какие цветочки. Весна идет, весне дорогу. Подснежники. Так. Тоже наш товарищ по двигателю. Дизель. Будем слегка поменяться. Там специально для нас сделали такой помостик, чтобы немножко не пачкаться, стоять на чистом. У нас импортный крымский газ. Ну вот, поели. Тут обнаружил бабочку. Вот уже весна совсем. Вот у нас бабочки появились. Даже они уже вылезают. Чем рано, интересно, будет питаться-то? Цветов нет. Хотя есть подснежники, там уж видели. Что вот, наверное, она. Бабочка, кушающая подснежники. Как-то так. Ну вот. Сейчас собрал снарягу. И вот полезу под воду. Как раз солнышко высоко. Так что, наверное, будет под водой светло и красиво. Озеро так что-то бурлит. Сейчас полезу.
Thank you.
водички. Ну вот, я вынырнул из водички. Вот, сижу, под дёве пью чаёк. Горячий. Ну, что я могу рассказать по поводу того, что у нас вот здесь вот происходит? Происходит следующее. Вот та вот вода, которую мы видим, брулящая, вот эта вот. Сейчас, вот это вот. Видно, что тут что-то происходит, да? Вот это вот на самом деле выходит из трубы. То есть на дне всего этого озера во всю длину. Вот прямо-таки вот оттуда, вот здесь вот вдоль всей длины этого озера. И прямо туда идет большая длинная труба. Вот то, что мы видим, вот там вот вода выходящая, вот это вот, то, что там бурлит, это вода выходит из нее. Вот, то есть там сделан специальный такой как бы сифон, который выходит выше. И он выплевывает туда воду. Видимо, по лету, соответственно, она оголяется, как бы, да? Тогда это озеро перестает сливаться через эту трубу. А когда, соответственно, оно выше уровня, да, то эта вода тоже будет уходить туда. Но сейчас она еще откуда-то оттуда дальше выплескивается сюда, по этой трубе. В общем, это такое сложное гидротехническое сооружение. Все это. Вот. Ну, глубины больше 4 метров я здесь не нашел. Не знаю, кто тут 6 находил. Вот. Здесь вот достаточно мутная вода. Ну, как мутная. Да. 3-4 метра прозрак где-то здесь, может быть, даже 5. Вот. А там дальше, ну, как в Черном море, наверное, метров 20. Вот. Ну, там, конечно, очень мелко уже. Но вода такого синего цвета, не характерного для пресной воды. Вот. Очень интересно смотрится. В общем, подводные съемки, думаю, будут весьма интересные и красивые. Аппетит всем тем, кто тоже пьет чаек. Это очень здорово. Вот это верхнее озеро. Мы все-таки нашли дорогу. Достаточно крутая была дорожка. Но, тем не менее, мы нашли. А вот эта труба, которая сливает воду из этого озера, из верхнего. Вот то, в котором я нырял, в нижнее. Вот это. Даже видно, как это происходит. Да, подрак, конечно, потрясающий. Вот как это происходит. Вот такой. Ну там еще очень такой же. Здесь происходит движение воды туда. Вот это та самая труба, которую я видел. Вот они. Вот сюда я заплывал. Вот здесь вот я все снимал. Чуть-чуть. В общем, интересно. Ну вот, встретил бабушку. Оказывается, вот это здание — это водозаборная станция. Она берет воду, правда, не из этой системы, а, соответственно, из подземной речки, которая оттуда идет. И вот она на деревню, соответственно, всю эту воду подает дальше. Вот здесь вот бабушка такая интересная работает и за это все отвечает. Вот, ничего против не имеет, чтобы мы здесь поплавали. Ключи работают по-разному. Говорят, течение бывает оттуда, бывает оттуда. Вот, говорят, что в этих озерах есть форель. Все, как и она есть. Что в тех, соответственно, что в этих. Ничего удивительного, я плавал как бы днем, потому что я ее не видел, это вообще вполне себе понятно. Ночью надо плавать, тогда форель будет видна, скорее всего. Вот, в общем, такое вот удивительно интересное место. А вот рыбак, который, собственно, эту форель пытается поймать. Вот эти вот деревянные загородки вдоль берега – это родники, к которым тоже подходят трубы и всю эту воду выводят туда дальше. Вот, в общем, это, конечно, не канализация, это целая такая интересная система сливов и переливов вот этих вот Радоновых озер, удивительно чистых, красивых, прозрачных. Да, красота. Как-то так. Ну, в общем, а я поеду дальше. Сейчас будем карабкаться в гору, это будет интересно. Да, вот туда нам сейчас предстоит. Так, нейтралка, унижайка. Ну что ж, что дальше, второй нам надо переключаться, и поехали. Почти уехали, умерли на экстреле, въезжать. Но
есть проезд.